25 ноября в Казани прошла образовательная акция «Татарща-диктант». Акция направлена на повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским, самопроверку орфографических и грамматических ошибок. Она призвана развить культуру грамотного письма на татарском языке. «Татарща-диктант» прошел в 9 странах и 20 регионах России. Написать диктант можно было на различных площадках, одной из которых стала резиденция креативных индустрий «Штаб». Ну, в штабе мы сегодня проводим школу «Фабрика мыслей», посвященную будущему татарской школы. Поэтому мы решили, что начать с такой акции тоже будет хорошо. В принципе, это располагает, потому что диктант не классический, а это самопроверка в первую очередь. Поэтому свободное пространство, свободное написание, мне кажется, идеальное сочетание. Участники написали отрывок из повести татарского писателя Аяза Гилязова «В пятницу вечером». Текст диктанта прочли заслуженные деятели искусств и культуры, татарские писатели и ведущие. В резиденции креативных индустрий «Штаб» текст прочла поэтесса Елдыс Минулина. Мне кажется, диктант, это же не только самопроверка, это еще и обогащение собственной лексики. И мне кажется, Аяз Гилязов для этого очень хорошо подходит. Придется столкнуться с лексикой деревенской, вот, для города не присущей, поэтому много новых слов. Результаты диктанта по татарскому языку будут проверять профессора и доктора филологических наук. Через месяц участники узнают свои результаты и получат сертификаты. Анна Глазнова, Роман Самарин, Универньюз.